Всех приветствую, дорогие зрители и подписчики. World of Online снова с вами. Снова мы в новом Эдеме в регионе Providence. Видео сегодняшнее будет такого, скорее обращение, это не гайд, не съемка полетов. Я хочу поговорить с вами о паре вещей. Во-первых, привет всем хейтерам. Вот, я долго думал о вас, о том, что же привело вас в Еву. Я надеялся, что в Еве не будет людей с когнитивными проблемами. Вот. Но потом я пришел к выводу, что все-таки хорошо, что вы играете в Еву. Ева – это игра, которая заставляет думать. Она очень сильно заставляет думать, считать, логически рассуждать, искать причинно-следственные связи. И я считаю, что вот это вот в качестве упражнения для мозга Ева очень полезна. Поэтому, ребят, я вам желаю большого успеха в Еве. Я вам желаю зарабатывать кучу денег. Я вам желаю, может быть, когда-нибудь организовать свой какой-то канал, организовывать свои идеи, бизнес-процессы, снимать об этом, показывать, делать это увлекательно, интересно, чтобы у вас был там миллион подписчиков и чтобы все у вас было классно. Вот, это то, что я хочу сказать господам хейтерам. Вас, кстати, стабильно двое, вот как было, так и осталось. Я не знаю, вы друзей, что ли, зовите? Это скучно, почему у вас только так мало? Вот, кстати, еще один товарищ мне написал. Вот, ну, по фотографии, не знаю. Я выводы сделал. Не знаю, как вы. Вот, я сделал. Вот второй момент, который мне хотелось бы обсудить. Это персонаж по имени Горняк. Дружище, спасибо тебе большое. Я получил от тебя денежку. Блин, охренеть, мне никогда столько денег не присылали. Спасибо, чувак. Вот, сейчас я должен, наверное, рассказать, почему эти деньги были переведены. Там в письме было сказано, что игроку понравилась идея про название кораблей именами ученых. На самом деле, я вот повторюсь еще раз, это абсолютно ничто вам не мешает, другим игрокам, давать подобные имена, там, ну, имена каких-то важных для вас, может быть, лично, либо, может быть, вы знаете какие-то факты, там, что этот человек что-то совершил важное там, для науки, для общества. Ну, а я, например, мог бы прилететь в вашу систему, взять интервью, вы рассказали бы об этом человеке, показали бы там корабль или станцию. Вот. В форме диалога вот я попробую сделать это имя более узнаваемым, более известным. Можем попробовать вот так сделать. Жду ваши ответы в комментариях. Как лучше со мной связаться? Наверное, лучше связаться в комментариях. Я чаще намного смотрю, чем почту в игре. Поэтому я просто... Вы извините, я просто не так часто в игре бываю. Поэтому пишите в комментарии, пишите сообщения. Я их проверяю, читаю, обязательно с вами свяжусь. И третий момент, такое маленькое объявление. Собственно, я планировал делать только его, но зайдя в игру, я увидел вот с такой радостью, я не мог не отблагодарить человека. Дружище, я не знаю, как тебя зовут, очевидно, персонаж новый. Мне сомнительно, что молодого пилота, который с января только летает, уже 500 миллионов есть так, на расходе. Наверняка это какой-то альтернитвинг, но все равно спасибо тебе большое. Я тебя плюсанул, если хочешь, там, не знаю, можешь от имени другого чара написать, я сделаю плюс для его, там, для себя или корпорации, без проблем. Если не хочешь, чтобы имя было известно, ну ладно, я там промолчу об этом. У меня наконец-то закончился монтаж мюзикла, который был в сериале «Лекс», я делал на него обзор, упоминал. В общем-то, некоторым зрителям я так понимаю, что тема близка, судя по просмотрам. В общем-то, сериал немножечко зацепил. Я сделал нарезку
из нескольких фрагментов, ну, нарезку как, для удобства, чтобы все-таки как-то, чтобы можно было использовать как плейлист с песней. Вот. Одного из эпизодов второго сезона «Лекс» это как раз вот единственный музыкальный эпизод, там, где рассказывается предыстория Кая, народа Бринджи, там, ну, мне, по крайней мере, из второго сезона он больше всех нравится. Я не знаю, как вам. Под любым из видео вы можете оставить свои комментарии. Из-за того, насколько я приложил руку к этому действию, там мой перевод и сабы, которые наложены, они тоже мои. Все остальное, как бы, это привет Полу Доновану, Лексу Бигерову и съемочной группе, артистам, сокадровым ребятам, Марти Саймону, композитору, и всем-всем-всем, кто принимал участие. Вот, надеюсь, вам понравится. Вот, буквально через секунду закончится обработка этих материалов на YouTube, и вы сможете их посмотреть. Вот, собственно, все. Всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрите меня. Вот, посмотрите свойства канала, там данные, информация, как там называется. Нас уже почти 1000 человек. Вот. Мы можем увеличить эту цифру. Я уверен, что да, запросто можно и за сутки это сделать. Если вы поделитесь видео в соцсетях, расскажете друзьям, знакомым, соседям, то я не умру от скромности. На самом деле, спасибо, ребята, что вы со мной. Я вас всех люблю. Ой-ой-ой-ой-ой, да, забыл важную вещь. Горняк, дружище, раз уж ты перевел такую сумму денег, я думаю, что имеет смысл у тебя спросить, что бы ты хотел увидеть на эти деньги. У меня есть пара идей. Например, я могу купить какой-нибудь корпус корабля, ну, например, как он, не Клеймор, как он называется, Галенский корабль. Гиперион. Он мне всегда меч напоминает по форме, поэтому я его путаю с Клеймором. Вот. И поснимать миссии 4 уровня, как на нем проходятся в дешевом, более-менее капостабильном фите. Либо можно, я могу там немножко еще подкопить и вторить скилл инжектор, качнуть, например, торпеды в 5. И мы посмотрим торпедного Рэйвена в прове, либо торпедного Тайфуна, либо их обоих там в перспективе. Насколько вообще оно того стоит или не стоит, мой опыт. Что из этого получается. Либо опять же скилл инжектор. Мы можем попробовать качнуться до паладина. Но опять же там на паладина уйдет не один скилл инжектор, потому что амарские корабли у меня, как и большие лазерные орудия, прокачаны только в 3. У меня была идея поснимать амарские корабли, как раз вот именно со слабым качем, посмотреть, чего они стоят. Потом увеличить на 4-ю ступеньку, соответственно, потом на 5-ю, посмотреть, что себе представляет амарские корабли в Т2 обвесах. Вот. Подумай об этом, можешь написать свое мнение в комментариях. Что бы хотелось увидеть. Ну и, соответственно, я придумаю, как это снять. Все, спасибо за внимание, ребята. Спасибо, что были со мной. Всем пока.